Всем привет! Без улыбок. Давайте поздравим наших женщин. Они делают из нас настоящих суровых мальчиков, даже в 40 лет. Они думают, что мы не можем прибраться, сами убрать носки с трусами, помыть тарелку, сами всегда бежим мы к маме. Покушать никак положить себе сами не можем. На работу собраться не в состоянии мы. Носки неделями носим. Зашить постоянно их просим. С трусами похуже бывало, но об этом попозже, возможно. В гараж пошел, недолго с друзьями пить не надо. Сиди короче дома, мне так самой спокойней. И через неделю начнет об этом пиздеть. Ну а хули вы хотели? Зато дома есть что покушать и есть что надеть. Сказать, что на работе мы бычим, и что домой приходим без сил. Ну расскажи, как ты дочке своей объяснил. Как сыну сказал, почему он не видит отца. А когда батя дома, он с интерьером сливается. Короче, нам нужно что-то менять. Блять, я не верю, что говорю это. Но нам надо меньше бухать. Давать возможность жене просто лечь отдыхать. Детей своих больше любить. А не просто их одевать. Да, это сложно, правда, но ведь так нужно, так-то. Свекровь любить не надо, но ведь жене приятно. Когда не с кислой миной, ты с ней такой ранимой. Сидишь и ждешь приезда ее мамы любимой. Все наши дамы такими стали, потому что мы перестали быть теми, кого они так долго искали. Стоит подумать об этом, мужики, парни, и те, кто так усердно пытается стать синтоловой Барби. Фу, блять, у меня все нахуй. Сука, про Барби это зашквар был, пиздец. Не в тему, но в рифму.